У жительницы Костанай Зарины Кимбаевой шестеро детей. Сегодня ее награждают подвеской Кунусалка. Многодетная мама отмечает, что в их семье самое главное – любовь, взаимопонимание и забота. Именно эти качества она пытается привить своим детям. Женщина называет себя счастливой мамой, но признается, без помощи было бы непросто. Я хочу поблагодарить свою семью за помощь. Мне очень помогают в воспитании детей родители мужа и сам муж. Без их поддержки было бы сложно, конечно. Старшему нашему ребенку 11 лет, а самые младшие у нас близнецы, им 1 год и 2 месяца. Я люблю свою семью и уверена, что у нас получится воспитать их правильно, достойно. А вот Райхан Бутрина на награждение приехала из села Адаевка Камыстинского района. Женщина работает помощником воспитателя в садике. В семье у Райхан Бутриной 6 детей, 5 девочек и 1 мальчик. Сегодня на списке награждаемых подвеской Кумусалка. Женщина отмечает, что у нее очень дружная семья. Дети во всем ей помогают. Приходится по-разному приходится. Помощь со всех сторон. Кто чем может, то как может. Да. И работаем, мы с супругом работаем. 6 детей, самая старшая 15 лет, младшей 2,5 года. В списке награждаемых подвесками Кумыс-Алка и Алтын-Алка 40 женщин из разных районов и городов области. Поздравил и наградил многодетных матерей глава региона. Он отметил, что в Костанайской области более 6000 женщин уже награждены этими подвесками. На самом деле образ современной казахстанской женщины, он многогранен. Женщина-политик, женщина-предприниматель, женщина-общественный деятель и многое-многое другое. Но, конечно же, главной миссией женщины было и остается сохранить тепло родного очага. Зал «Жастар-Сараи» был полностью заполнен представительницами прекрасного пола из разных организаций и районов области. Для них сегодня творческие коллективы областной филармонии подготовили насыщенную концертную программу. Диара Ахметшина, Лия Досмагамбетова, РТН.